И всем привет, с вами я, Александр Сучков. В общем, на этой карте все будет происходить. Точнее, уже все произошло. В общем, ребята, это был полный вообще. Я даже не знаю, как его назвать. Потому что матом я не хочу ругаться. Поэтому. Короче, на этой карте произошло очень крутая игра, так как это аим-карта. В общем, не буду вас, в общем, задерживать, так как вы пришли на название этого видео. То, что это полный вообще капец был какой на этом сервере. Вообще с этими игроками. Ну, в общем, ребят, в общем, заранее поставьте лайк на это видео. Заранее подпишитесь на меня ВКонтакте и на мой канал Нубас. Контакт мой ID 53 55 44 63. Ну, в общем, вы сейчас все увидите и все поймете. Ну, в общем, всем приятного просмотра. В общем, ребята, всем привет! Поздоровался и всем привет, в общем, друзья. Сегодня, в общем, я уже начал играть, но, в общем, вы просто офигеете от этого видео. Сегодня я играю давно, но так как здесь офигенный вообще прикол, на этом сервере капец просто, невозможно, короче, играть. Вы всегда играете, я так понял, дофига людей. Мы уже начали игру. Ну пока что все идет нормально, меня еще никто не убил. Вообще я думал, что будет капец как в прошлый раз, хотя наверное нет, потому что в прошлый раз я не успел заснять, как меня здесь вообще убивали, здесь какие-то играли типа профессионалов, но это были на самом деле читеры, на которых потом забанял админ, которого потом какой-то чел забанил его. Админа забанил какой-то чел читер. Он взломал его сервер и забавил, короче, это было очень сильно. Не знаю, даже как без матов, как это, ребята. Даже без матов здесь вообще нельзя, ну. Короче, админ потом пытался восстановить свой сервер, на сервере была анти-читы, короче, вот такая вот хрень, потом этот взломщик сервера куда-то пропал, админ опять зашел, всех забанил, потом опять всех разбанил. Короче, было вообще офигенно. И еще уже сразу дофигища людей играет, которые вообще, можно сказать, не умеют играть. В общем, все там всегда, ребят. Ничего не меняется, то есть продолжение, в общем, офигенное будет. Так что вы просто офигеете. Вообще я сюда сейчас пришел не ставить киллы, не ставить ничего, не скилл писать, то есть просто я решил поиграть на карте. Посмотреть, что на ней будет, давайте пройдем. Время 6 вечера, то есть когда все сбегаются почему-то, потому что это АИМ 0-0 карта, ребят. И здесь 5 минут есть для того, чтобы вообще убить всю команду, ребят. И мне нравится этот сервер, потому что на нем играют все нубы. Ну, точнее, все нубы. Иногда приходят и читеры, ну, в общем, как бывает. Иногда здесь школьники психуют и скачивают читы, и просто катаются. И, в общем, играют с читами, убивают меня и сломают сервер. В общем, лучше поймете, да. Так, ну пока что я по силам отстаю немного, ну ладно. Нет, я даже тащу немного. Окей, сейчас. Да, то есть я здесь самый, как бы, так как здесь админа нету, так как он то заходит, то выходит. После вчерашнего, то, что вчера здесь было 6 часов вечера ровно, так как я играл вчера здесь с 3 часов до 6, как раз когда я хотел выйти, зашел этот, ну я не знаю, кто это был, но с ним там какие-то там были знаки вопроса, его. И он, короче, все писал ему матом админу, типа он его забанил, админу самого. И взломает его сервер. Но так и получилось, он взломал сервер его, и, в общем, дальше было офигенно. Короче, он взломал сервер и стал раздавать всем оружие. Это я не знаю почему, но он дал всем дробовики. Потом он запустил новую карту какую-то, не которая не АИМ, а АВП. Это было, конечно, странно, так как это полностью игра автора Гиммис. Это официальная карта, официальная сервера. Ну, короче, ребята, потом, если вы не можете использовать карты, наверное,
наверное, через минут 30, я точно не остался. Ну, в общем, админ потом как-то все-таки зашел на эту штуку, на этот сервер. Потом он стал банить этого, короче, была война, можно сказать, банов, киков. То есть он его банил, этого читера, он опять возвращался. И этот читер банил админа. В общем, и админ тоже возвращался. Ну, в общем, как-то вот так это было, но вряд ли это игроков. Так как это реально был бан, и было бан. И, короче, было. Ну, потом админ все-таки зашел, так как этот читер и админчик. Короче, он вышел с сервера, не знаю почему. Ну, короче, на этом все закончилось, админ зашел, потом всех он зачем-то забанил, я сначала подумал, что это не админ зашел, а просто фейк админа. Нет, там зашел админ и забанил всех. Если вы играли на этом сервере, то поздравляем, вас забанили, сейчас разбанили, то есть сейчас новый день, как всех разбанили опять, можно спокойно играть. Не знаю, что будет дальше, админ здесь, что день он не такой, тут он, наверное, разбанил, он не такой. Короче, не знаю, здесь какие-то обновления постоянно какие-то, он ставит пароли, весь день то я был забанен, когда я пытался зайти на этот сервер, то сервер с паролем, и там, когда смотришь информацию, то есть я разбанен, а по информации написано, что там вот сервер сидят, не знаю, ссылки на контакт, ну то есть вы знаете, вы поняли, наверное. И сам админ, то есть админ игрок. Сидит только один игрок на этом сервере. Команда вперед! В общем, я не знаю, что это было за клей, но очень все называется как Гайли Ай. Как и называется, разбивает себе IP сервера, я скину в описании, ребята. Если вы играете на нем, то поздравляю, вы, наверное, меня видите там, ну, почти что каждый день, потому что... Ребята, это был просто капец. Жаль, что я это всего не снял. Ребята, это поперло бы на антигрифер шоу, но так как я... Да, могу... Саурсу антигрифер шоу сделаю, но вообще не надо было это сделать, ребят, заснять. Это только... Капец, то есть это было правда очень круто, это мне даже понравилось, можно сказать, это была такая война банов, и как я уже сказал, как раз было очень прикольно. Ребята, давайте не так. Ну и короче, ну что дальше есть? Здесь, короче, обновления должны были какие-то прийти, по описанию было так написано. Но сейчас я смотрю, вроде нет ничего. То есть я даже не знаю, будет обновление или нет. Но написано в описании сервера, что оно изменилось, то есть всех забанили, всех сразу по рангам, а до нуля опустились в танке. Там было написано то, что... Короче... В описании было написано, что будет обновление, но, ребята, это тоже, наверное, какой-то фейк, здесь все какой-то фейковое стало. Так как обновление я особого не вижу, так как также сервера такие же классические, то есть ничего здесь не изменилось, ребята. Такой же сервер, на котором я и вчера и играл. Ну, в общем, вот так вот я играю. Ну, ребята. А с вами был я, Александр Бучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем пока.